Ай-яй-яй-яй, что же делать Димаги в этой ситуации? А лимиты уже практически равные. Беллинги пытаются взрывать санки, но у них все прекрасно. Не, ну, друзья, по-моему, это ГГ. Просто ГГ, потому что я не знаю, как Димага здесь будет отбиваться в этой ситуации. Ему нечем отбиваться. Опять очень грамотный тайминговый куш, без всяких инвесторов, без всякой особенной надежды на будущее. Он зарешал. Димага, неужели он проиграет эту игру? Да, это ГГ! Это ГГ! Пытается оборониться, у него один танк вышел, он пытается как-то зажиматься. Ему нужно успеть вывести танк, разложить, потому что по воздуху у него преимущество. Стрелок начинает его поджимать нон-стопом. Идут войска стрелка, сейчас викинги здесь сядут. Да, попытка сесть, и по викингам идут залпы. Нет, вместе с рабочими выходит аутсайд и отбивается прекрасно, великолепно отбивается от стрелка. Но при этом теряет, нет, по танку дает стрелок, стрелок дает залп, стрелок залетает сюда, сейчас посадит викинга, викинги садятся, заходят маринесы, заходят мародеры с этой стороны, викинги аутсайда не садятся, голубое пламя сжигает практически всю пехоту, с этой стороны танк все убивает, викинги стрелка стреляют, рабочие стрелка приходят на поле боя, но кажется не получается здесь выиграть это сражение у стрелка. Не получается продавить своего оппонента. Наносить ущерб экономике и уводит всех своих рабочих. А тут танки уже раскладывается, вот эта задумка, да, отличная подсветка получается. И танки-то достреливают, вот это вообще просто супер. Какая красивейшая задумка, 2 на 2 пары Incredible Panic, и действительно они достреливают прямо до хаты, и огромные проблемы могут быть. Сейчас у команды RockSkiss они идут в контратаку, или они просто пытаются выбрать... Сейчас зайдет за минералы и отгородится форсфилдами, то может сделать минус хачери для Зерга очень-очень легко и непринужденно. Абер кидается в атаку вместе с рабами. Получится ли у него отбиться от этого пуша? Стрэнджа нет, посмотрите. Ну, форсфилды просто великолепные бросает Стрэндж. Включается Гвардиан Шилд. И нужно фокусить сейчас натурал, что и тут. И вновь очередная попытка атаки от Стрэнджа. Великолепные форсфилды! Отжимается часть армии Зерга, умирают роучи, у Альбера выходит подкрепление, он кидается всем, что есть в бой, но еще форсфилды! И Стрэндж разбирает всех роучи, практически Альбера, но что, неужели... Да, и не отбивается, похоже, Альбер, он теряет всех роучи, Стрэндж продолжает атаковать, доходят сталкеры! И... Просто на наших глазах, друзья, Стрэндж меняет исход этого сражения.
Windmill for the land, the forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is kicking, falling down. Love forever, love is free, let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land, it's everybody in. Laughing gas, this hazmat, fast cat, lining them up like ass crack. Ladies, ponies at the track, it's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear repping in harder this year. Watch me as a